Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Sony Xperia 1 Mark 6. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить, или настроить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Находим и, нажимая на него, можем его включать и выключать. Если мы зажмем на нем пальчик, то перейдем в настройки данного режима. Мы можем здесь изменить уровень, то есть либо оптимальная экономия заряда, либо желаемое время работы аккумулятора. Дальше можем задать расписание для данного режима с учетом уровня заряда, например, 30%, и при 30% у нас будет включаться данный режим. И можем отключать, когда уровень заряда достигает 90%. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.